Грэмми – это криптовалюта, ликвидность которой обеспечивает потребность бизнеса в технологии дополненной реальности. Все началось с того, что Максим Меньков и Максим Яценко выиграли конкурс стартапов «Акселератор» в Сколково. Им удалось объединить технологию хэшграф и технологию дополненной реальности. Хэшграф – это следующая эволюция блокчейн, в разработке которой участвовали такие корпорации, как IBM, Google, LG и многие другие. Благодаря другому принципу работы, хэшграф 50 тысяч раз быстрее самого совершенного блокчейна. На сегодняшний день капитализация рынка дополненной реальности составляет более 72 миллиардов долларов. С каждым днем растет число компаний и число пользователей, применяющих в своей повседневной деятельности технологию дополненной реальности. Это колоссальный рынок, дающий колоссальные возможности. На сегодня уже заключены контракты с такими компаниями, как Danone, Johnny Walker, Beluga Group, на разработку и обеспечение технологии дополненной реальности, основанной на криптовалюте Грэмми. Крупному холдингу необходимо более 300 тысяч монет Грэмми ежедневно для обеспечения работы дополненной реальности. Майнинг валюты Грэмми приносит своим владельцам от 19 до 31% в месяц. Чем дольше срок использования, тем больше процент. Бизнес получает более качественную и очень доступную технологию дополненной реальности для продажи своих товаров и услуг. Разработчики экономят на дорогостоящих серверах и увеличивают качество распознания объектов за счет нейронной сети. Мы получаем от 19 до 31% прибыли ежемесячно. В монетах Грэмми выиграл, выиграл, выиграл. Грэмми – одна из первых криптовалют, имеющих бытовое применение в повседневной реальности. Ликвидность Грэмми обеспечена спросом бизнеса на технологию дополненной реальности. Для масштабирования бизнеса и привлечения новых партнеров был разработан план вознаграждений. Активные партнеры не имеют ограничений ни в глубину, ни в ширину. Получают от 3 до 23% от созданного группового оборота на всю глубину их структуры. Грэмми. Начни зарабатывать уже сегодня. Здравствуйте. Вот мой смартфон. Вот значок приложения Грэмми. Это приложение для майнинга новой криптовалюты Грэмми, которая связана с дополнительной реальностью, которая обслуживает эту дополнительную реальность. Кстати, можно не только с приложения майнить, но и с браузера. Заходим в браузер. Так, вот браузер. Дошел я. Набираете строчку в адресной строке. LK, личный кабинет, .grammy.info. Там два, если вы не зарегистрированы еще на эту монету, на этот портал, то можете дважды кликнуть на регистрацию, введите ID спонсора 78019, это мой, и вводите личные данные, и получаете доступ в свой личный кабинет. Также можете приглашать и других людей. Также эта строчка, вводите свой логин, и человек будет под вами. Очень удобно. Так, чтобы майнить, нужно что-то иметь, потому что 0 умножить на что угодно будет 0. Поэтому приобретаем монету Грэмми. Нажимаем «Купить». Дискретно 1000 Грэмми. Это минимальная сумма. Как видите, сумма к оплате 25 перси, это 25 долларов. Выбираете способ оплаты. С кошелька, это внутренний кошелек. Тимлинга, банковским переводом, биткоин, эфириум, пэйр и кредитная карта. Так, оплатить купили, допустим. Допустим, купили. Затем нажимаете «Мой счет». Здесь видите, уже монеты майнятся, поэтому у меня ноль. Все заморозил. И майню. Один месяц, три месяца, шесть месяцев, девять и год. Вот выбираете какое-то то, что купили. Нажимаете плюсик. У вас должна быть какая-то сумма Грэмми.
выбираете, какой пакет вы хотите. На месяц 19%, промежуточный 21%, 23%, 26%. И 12 месяцев за год 31% ежемесячно. Причем ежемесячно это значит каждый, это сложный процент. Поэтому в конце года вы получите где-то в 25 раз больше. Допустим, сейчас купили на $25, через год будете иметь 625. Это, конечно, чисто теоретически, может быть больше, спрос будет больше на эту монету, или меньше. Так, и нажимаете «Начать-то потом». Все очень просто. Никаких проблем, можете заниматься любимыми своими делами. Положили какую-то сумму на майнинг и ждете. Ждете своего срока. Все очень удобно. Никаких особых хлопот. Так что успехов вам в дополнительном легком заработке.